Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Анна и VIP-новинки. К сожалению, не все VIP-новинки мне достались, но что есть, то есть, все обязательно сниму. Итак, первая новинка, которая у нас с вами появляется, прям читаю аннотацию на сайте, в разделе VIP-консультантов доступна подробная классная аннотация. Так, ну, во-первых, гель с ядом гадюки. У него артикул 1359, объем 50 мл. Так, кому нужен состав, гуглю для вас состав, посмотрите обязательно, да, то есть на сайте он указан, но тут неудобно будет. Значит, что же этот гельчик делает с ядом гадюки? Значит, это вот такой вот прозрачный он, да, видите? Это у нас идет незаменимый помощник в восстановлении после травм и устранении мышечного напряжения, а также при мышечных и суставных болях. Да ладно, видите, он постепенно течет. Он помогает быстрее вернуться к активному образу жизни, снимает мышечное напряжение, способствует эффективному восстановлению после тяжелых физических нагрузок, травм и растяжений, облегчает устранение и мышечные и суставные боли. Яд гадюки тут идет экологически чистый, регенерирует нервные ткани, улучшает клеточный обмен. И идет уникальная технология холодной варки, что сохраняет структуру белков яда. Вот такая вот красота. Ну, это мазать ручки, коленочки, где-то кто-то ушибся и так далее. То есть такая очень весьма приятная консистенция, не жирная, не липкая. Она такая, как полугель, полуводичка. Я бы так выразилась, очень интересно. Мне кажется, что и ножки после каблучков им можно будет помазать, и все на свете. Прям вообще, вот видите, толстый слой, да, но прекрасно, абсолютно прекрасно он лежит и нисколечки не липнет. Чувствую такое, знаете, небольшое покалывание, напряжение какое-то, ну не напряжение, а именно вот тут кольнуло, тут кольнуло, тут кольнуло, ну как бы, скорее всего, начал проникать, что-то доделать. Запах. Запах какой-то вот такой, знаете, мятный, очень-очень приятный. Так, снять часы. В целом, очень даже неплохо. Все, ничего не липнет, очень комфортно. То есть, если где-то что-то заболело, вы нанесли, подождали, ну, сколько я с вами разговариваю, да, подождали минуту, он у вас, получается, впитался, и все, можно одевать носочки. Далее у нас с вами рассыпчатая осветляющая пудра универсального оттенка, которая имеет халяль. Это синоним высоких стандартов качества. Главный критерий косметики под знаком халяль – это тщательный анализ происхождения всех ингредиентов и способов производства. Также продукты не содержат спорных химических веществ, компонентов животного происхождения и этилового спирта. 10 грамм пудра идет, артикул 63,80. 98% идет натуральных ингредиентов. Универсальный оттенок прозрачной пудры. То есть такая вот она интересная. Давайте будем смотреть. Подходит для любого тона кожи. Идеально ровное матовое покрытие. Значит, матовая она. Делает макияж более стойким и позволяет коже. Ух ты, какая интересная. Смотрите-ка, да? Угу. Хорошо. Идеально ровное матовое покрытие делает макияж более стойким, позволяет коже дышать, не забивая поры. И также содержит витамин С, как мощный антиоксидант, способствует осветлению кожи, препятствует фотостарению и появлению пигментных пятен. Отлично. Давайте же с вами смотреть. Угу. Набирается очень много, как вы видите, да? Давайте на яд гадюки попробуем нанести. То есть вот так вот. Вы, ну, грубо говоря, фиксируете пудру. Угу. Таким образом. Ну, на самом деле она не выбеливает руку. Нисколько не выбеливает. Она идет прозрачная. Это идет пудра такая, да? Видите, тут сеточка такая находится в этой пудре. Интересная очень даже, да? И она просто нам с вами дает такую возможность, как закрепить пудру. Но я не вижу, чтобы она кожу там выравнивала, скрывала, маскировала. То есть как бы такая интересная. То есть макаете, лишнее обстукиваете и начинаете пудрить. Вот. Припудрили. Витамином С, можно так сказать, кожу побаловали. И все. Ну, на тональный крем она будет прилипать. Яд гадюки он не липнет, поэтому такой у нее интересный вот эффект. Угу. Далее, в такой вот прекрасной коробочке с весом 10 грамм и артикулом 7758 масло для ногтей и кутикулы амарантовое с натуральными легкими лепестками амаранта, которое придает рукам ухоженный вид и помогает надолго сохранить маникюр в первоначальном состоянии. Так, ну что оно делает? Да, такие вот тут лепесточки. Их можно потрогать, они передвигаются. Такая вот кисточка.
очень даже интересная. Она, знаете, такая слабенькая, очень мягонькая. Я так понимаю, им нужно просто наносить на кутикулу и вот таким вот образом кисточкой немножко повтирать, попрорабатывать. Думаю, оно того, оно стоит. Значит, что она делает? Она укрепляет ногти, возвращает им здоровый блеск, глубоко увлажняет и смягчает кутикулу, восстанавливает защитный барьер кожи, предотвращает появление трещин и заусенцев. Также текстура трансформер, и при прикосновении с кожей нежный гель превращается в легкое масло, которое быстро впитывается, не содержит ингредиентов животного происхождения. Впитывается оно действительно быстро. Я уже не первый раз наношу. Действительно превращается гель в такое вот маслице очень интересное. То мне понравилось. У него какой-то нежный, легкий такой, очень-очень такой, знаете, приятный аромат. Оно содержится лепестки амаранта, неувядающего цветка, символа вечной красоты, который оказывает антиоксидантный эффект, защищает ногти и кутикулу. Также оно содержит масло миндаля, богатое витаминами А, В1, В2 и В6. Тоже как бы нужно. Они обеспечивают интенсивное питание кожи вокруг ногтя и стимулируют восстановление ногтевой пластины. Ну, слушайте, здорово. Мне кажется, очень даже здорово. И далее, конечно же, витамин Е, который интенсивно увлажняет и нейтрализует негативные действия свободных радикалов. Очень такой гель. Видите? Еле-еле. Ну, давайте его чуть-чуть капнем, чтобы понять консистенцию. Но он, скорее всего, даже не капнет. Да. Да, его будет очень сложно пролить. Вот кто этого боится, да, видите? Нет, его не достать. Его можно вот так только достать, если так. Вот, давайте с вами проверим. То есть вот такой вот густой гель, он сейчас будет превращаться в масло. Да, прям в масло превратился. Кстати, очень приятный. Чувствуется, что действительно питает, а не просто смазанные там руки каким-то маслом, каким-то жиром, да. То есть это действительно питает и ухаживает. Прям ощущается, в общем-то. Можно нанести, мне кажется, его и просто на кожу, потому что он такой прям хорошенький и не оставляет такого вот жира на ногтях, которым можно замарать одежду, там еще что-то. Ну, подождать надо, полторы, может, минутки. Все равно повтирать, подождать. Так, далее у нас с вами идет тушь для ресниц. Тоже новинка. Артикул 57763. Очень интересная тушь. Показано, что она делает взгляд более открытым. Да, это действительно так. Выразительным, ну, любая тушь делает, конечно же, взгляд выразительным. Эффект многомерного объема и удлинения. Ну, я вот скажу, что удлинение, да, есть. Объема мне, конечно, не очень-то хватило. Вот с этой кисточкой. Написано, что гибкая силиконовая щеточка подкручивает и приподнимает ресницы. Ну, давайте проверим, насколько она гибкая. Ну, да, действительно, она очень гибкая, как вы видите. Ее сложно сломать. То есть, есть такая гибкость. С одной стороны, маленькие ворсинки, с другой стороны, большие ворсинки, которыми можно расчесывать. Значит, идет уникальная формула повышенной устойчивости, не содержит ингредиентов животного происхождения, протестирована и одобрена офтальмологами. Но могу сказать, что дальше вы увидите, как эта тушь на мне сыграла. Все-таки next level пока что на данный момент вне конкуренции. Вот так скажу. Так, ну что, ребята, будем пробовать нашу с вами новую тушь. Артикул 57763. Значит, как же она открывается тут? Да, то есть вот так вот она открывается. Такая вот красоточка. Так, какая же у нее? Ух ты! С одной стороны, смотрите, коротенькие, с другой длинные. Прикольно. Так, я так понимаю, длинными мы разделяем, короткими мы накладываем у основания. Так. Так, ну вот это вот в один слой у нас получается. Ну, слушайте, реснички, как вы видите, сразу приподнимает, как будто глаза в другом измерении, а как будто они вообще разные, один ниже, другой выше стал, да, то есть эти как реснички вообще классно играют, да. Так, попробуем с вами второй слой. Кисточка новая, поэтому я тут ляпаю, не обращайте внимания, это моя любимая болезнь такая вот. Так, ну что, попробуем удлинить, попробуем расчесать. Ну что могу вам сказать, мое первое впечатление от туши впечатляет. Удлиняет просто на ура, приподнимает ресницы просто, вы видите, как будто глаза разные уровни стали, да? То есть это
вне конкуренции, можно сказать, тушь. Обалдеть, конечно. Так, вроде бы я не вижу комков. Даже если слой толстый, макаю третий раз при вас, вроде бы ничего не вижу. Да, то есть вот разница моей реснички и накрашенные реснички. Вроде бы ничего не слепило. Да, вроде бы все хорошо. Глаз сразу крупнее, красивее. Вот, наверное, третий слой уже пошла лишка. Видите? Он уже не может столько много красить, накрашивать. Давайте попробуем расчесать. Так, отлично. Так. Смотрим. Так, ну что могу сказать? Отличная тушь. Вы видите разницу. Да, то есть склеивает реснички в меру. Вот, как бы вроде бы все хорошо, вроде бы все здорово. Слой на слой пошел нормально. Великолепно. Давайте попробуем еще нижнее чуть-чуть подкрасить. Угу. То есть, как вы видите, объем она придает славный. Удлинение на четверочку. Ну, как бы так, ну, неплохо, я бы сказала. Довольно-таки хорошо глазик смотрится, да, согласна? Да. Если сравнивать с моей любимой тушью Next Level, артикул 53-378, скажу вам откровенно, останусь со своей Next Level. Это не могу сказать, что она хуже, нет, но Next Level делает моим коротким, но густым ресницам объем и взмах ресниц длиннее, как бы длиннее, лучше. То есть вот это лучше лично для меня. Сейчас я буду распечатывать магнитик «Дракон желаний». Он называется артикул 910-498. Смотрите, как он хорошо упакован. А все почему? Потому что он стеклянный и объемный. Очень-очень красивенький, такой хорошенький. Тут магнит на всю поверхность идет, как вы видите. И вот он такой трехмерный. Даже сбоку можно увидеть такого магнитика. Это уже 2024. Довольно таки увесистое, тяжелое стекло получается. Далее, конечно же, символ года у нас уже с вами. Это набор прихваток, коллекция «Пряный апельсин». Тут идет две штучки, размер 18 на 18, состав 100% хлопок. Давайте же с вами смотреть. Вот такая красота. Мне кажется, это будет очень красиво в подарок кому-то дарить. Вообще красиво и прикольно. Тут есть логотип «Фаберлик», но ни ценника, ничего нет, поэтому дарить одно удовольствие. Прям в пакетике. Далее, такое вот полотенечко. Маленькое, небольшое. Артикул 910-511. Размер у него 45 на 60. Тоже идет 100% хлопок. Оно вафельное, как я вижу. Такое тоненькое вафельное полотенчико. Видите, да? То есть такое тоже хорошенькое. Так, меня волнует, знаете что, петелька. Петельки нету, к сожалению. Потому что у нас все полотенчики без петелек. Или мы пришиваем эту петельку, или оно уходит. Нет, нету петельки. Значит, перед вами изнаночная сторона. И вот такая вот красивая лицевая сторона. Смотрите, какая красота. Ну, прям мега вау, да? Согласны? Очень красивый. Ну, в этот раз очень красиво. Ну и последний такой атрибут подарков будет, кстати, огромный выбор. Это у нас фартук, коллекция «Пряный апельсин», размером 60 на 70, тоже состав 100% хлопок с артикулом 910-512. Боже мой, это целый шедевр. Вы посмотрите, какой он праздничный, какой он классный. Так, зеленые ручки, зеленые завязочки, но низ, да, белый такой, бело-серый верх, скромный, но низ такой вот очень приятный. Яркий такой, красивый. В таком фартуке накрывать на стол. Одна радость. Просто одна радость.
Далее такая вот мега-вау идея для подарка. Очень классно. Это три вида ароматических саше для ароматизации помещений. Артикул 302-86. Давайте же эту красоту откроем и посмотрим, что же тут за ароматы. Ну, вы посмотрите, как красиво просто оформлено. Куда бы вы это ни повесили, это действительно красиво. Даже на елку можно повесить. Слушайте, ну запах прям такой, знаете, сильный, бьющий в нос. Мне кажется, что это можно даже вот у кого шкафы там гардеробные большие повесить туда. Но это, конечно, дело может немножко где-то посыпаться, да, как вы видите, вот оно попадало мне и на руку, и везде. Это прекрасный подарок для приятных моментов. Запах очень такой, знаете, приятный, но очень сильный. Рядом где-то с кроватью, мне кажется, не нужно. Аромат цветочный, очень-очень приятный. Прямо мега-вау приятный, мне очень понравилось. Так, следующий у нас с вами аромат идет с ароматом кофе. Вот люблю пить кофе, пью несколько кружек в день всегда, но сам аромат кофе не люблю. Чтобы кофе пахло дома, не знаю, мне не очень-то и нравится. У него артикул 302-84, вот такая вот красивая красота декорированная. И кофе такой, знаете, как будто шоколадный, что ли. Очень такой приятный, очень такой красивый, что ли, да. Но запах кофе такой прям, знаете, насыщенный, вареный, черный кофе. Высококачественный такой у него, знаете, аромат очень хороший, приятный. Следующий аромат с артикулом 302-82 – роза. Вот это, ребят, наверное, я всем и буду дарить розу. И вот этот еще, да, голубенький, цветочный, классный. Мне кажется, они будут самые-самые ходовые. Запах действительно очень мега яркий, да, прямо супер. Посмотрите, какая красота. Жалко, конечно, видите, сыплется он слегка. Вот у меня тут насыпалось уже и кофе, и всего. Все-таки, если поковырять, оно спадывает. Но если это повесить и не ковырять, то, в принципе, все отлично. Так. Ой, как будто букет цветов. Вот серьезно. Очень вкусный аромат. Сразу пахнет цветами. 14 февраля, 8 марта. Запахло прям. Очень красиво, конечно, да. Декор просто прекрасный. Супер, вот такой подарить на любой праздник, супер. Вот знаете, как в дополнение к подарку, да, вместо даже шкатулки, например, под денег. Все любят, знаете, шкатулку под деньги дарить, а я люблю, ну, сейчас он без пакета, понятно, а я люблю вот так открыть, что-нибудь туда сунуть, да, там, пятачок, 1000 рублей, запаковать, человек начинает распечатывать, думать, а какой мне ерунду дарят, а на самом деле там не ерунда. В принципе, классно. Далее, это не VIP-новинка, но досталась она мне по программе Faberlic Drive. Сыворотка кислородная, мезотерапия. Заказала ее, потому что она шла реально с 70% скидкой. Вот такая вот красота. Вот такое вот шикарнейшее средство. Вот так тут щелкается, поворачивается. Такой вот шприц. Маленькой капельки хватает на очень долго. Наносить ее нужно не самостоятельно, а под какой-либо крем. Эффект прикольный, классный. То есть обратно, когда поворачиваете, она уже не нажимается больше. Вот. Таким вот образом. Красота еще та. Взяла самый дорогой продукт. Так, 57,94. Нравится очень недавно. Далее, такая вот новинка. Крем для век с коллагеном О2. Он разглаживает кожу вокруг глаз, борется с гусиными лапками и припухлостями. Также у него есть легкая текстура, которая мгновенно впитывается и обеспечивает комфортное применение. Артикул 13,83. Идет он 15 мл. Ну, я его, к сожалению, попробовала всего лишь один раз. Макияж держится хорошо, не размазывается, ничего, как бы все здорово, прекрасно, классно, не скаталось за 6 часов ничего, больше пока не могу сказать. Вот, впитывается действительно мгновенно, имеет легкий такой, приятный какая-то вот отдушечка у него, еле-еле уловимая, очень хороший кремушка, мне понравился. Ну и, конечно, в пустых баночках я вам расскажу про его действие, по-другому, ну, никак. Да, потому что с одного раза, ну что ж мы, кто ж мы, где же мы поймем. Так, поехали дальше, с артикулом 910-497 у нас с вами появляется органайзер для таблеток. Ну, в принципе, слушайте, ребят, очень удобный. Я уже вижу, что он удобный и вместительный. Размер 7×9×6×2,6. Будем смотреть. Ну, материал тут, я так понимаю, пластик. Так, открываем. Ого, он очень вместительный. Еще и можно доставать эти штучки, да, перегородочки. Ну, слушайте, классно. Давайте попробуем БАДы переложить. Так, они у нас еще и закрыты. Господи, какая мощная пленка. Так. Давайте попробуем, примерим, сколько чего туда войдет. Так. Угу. Вот такая красота. Да, и войдет. Смотрите, очень вместительный. Очень супер-мега-вау вместительный. Хорошо, очень хорошо. То есть, вот, ну вот мне лично, да, я БАДами давно увлекаюсь, уже очень много лет. И могу вам сказать, что мне надо 3 таких. То есть у меня до завтрака,
после завтрака и через час после завтрака. Через час после завтрака у меня магний обычно идет и цинк, да. Потом мне надо вторую такую обед, до обеда, после обеда, через час после обеда. Через час после обеда у меня обычно идет кардиоподдержка, две таблеточки, до ужина, после ужина и на ночь. На ночь я обычно пью или селен, две таблетки селена обязательно, вот, или антипаразит, да, то есть пропиваю курсами. В общем-то, такая вот красота. Мне нравится, очень удобная, вместительная, в них действительно очень много войдет. В общем-то, безумно и великолепно. Но на мою семью таких надо, получается, Вики 3, мне 3, в общем, всем по 3. А так как нас четверо, это 3жды 4, 12 штучек. Ну, одна уже имеется. Вот таким вот образом. Далее, фигурное туалетное мыло. Да, без каталога не очень удобно, но что поделаешь. Только таким вот образом, да. Так, фигурное туалетное мыло в виде звездочки. Это обычное мыльце. Ребят, очень какой-то вот такой очень приятный, нежный такой аромат. Какой-то торжественности и нежности. Тут запах не указан. Артикул 2972. А, карамельная звезда. Карамельная. Я чувствую приятную свежесть. Это не карамель, это очень вкусное что-то. Я запах карамели, честно вам скажу, не очень-то и люблю. Следующее мыльце такое вот детское, Lovely Moments от Faberlic, идет возрастом 3+, ну, подойдет моей викуське. Очень удобно, кстати, брать с собой в дорогу, вот честное слово, детские мыльца вместо геля для душа. Слушайте, до меня прям дошел какой-то имбирь, мыло для рук детское. Оранжевый, что-то оранжевое, Кеннеди, что за Кеннеди, не знаю, перевод не посмотрела. Марка детская, номинальная масса 65 грамм, артикул 2971, очень приятный. Согласны? Хорошенькое прям такое, 65 грамм, да, запах классный. Ну, в общем-то, пусть детки радуются. Далее у нас пошли детские лаки в ассортименте. В общем-то, не все VIP-новинки мне пришли, что очень даже жаль. Значит, детский лак желтый пришел, 710-33. Интересно, будут ли они смываться водой. Давайте сейчас посмотрим, как он наносится. Угу. Он, наверное, будет смываться водой, чувствую я по консистенции. Абсолютно, по-моему, без запаха. Да, запах есть, что-то легкая-легкая какая-то, вот еле уловимая кислиночка. Скорее всего, запах отсутствует, можно так сказать. Наверное, отсутствует больше, чем присутствует. Так, кладется очень так интересно. Надо, значит, нанести первый слой, я так понимаю, подождать, пока высохнет, а потом нанести второй слой. Видите, полосит слегка. Угу. Но запах очень приятный, наносить его надо в два слоя, ребенку будет прикольно. Так, вот смотрите, ребят, загуглила на сайте VIP-новинки, да, у меня 4, но на самом деле их еще и 5. У меня не хватает нежно-розового, это, во-первых, да, лака, остальные вот они все есть. И вы знаете, у него есть интересная особенность, оказывается, у этого лака. Он, когда высыхает, полосатость куда-то пропадает. Вот это вот, конечно, очень интересно. То есть я нанесла при вас, и вы видели, как он полосил, но вдруг полосатость куда-то вся исчезла. Вот, это, конечно, очень интересно, потому что, смотрите, ровный, такой желтенький, хорошенький детский лак получается. У меня дочка часто мои ногти начала разглядывать, младшая начала уже так это в девочку превращаться, и это, конечно, супер, что появились такие лаки. Я и хотела что-то такое детское заказать, и вы представляете, у нас компания Faberlic появилась. Значит, фиолетовый у нас с вами идет с артикулом 710-32, желтый с артикулом 710-33, и написано, что тут безопасная водная основа, снимается пленочкой одним движением, не требует жидкости для снятия лака, без резкого запаха, для детей от 3 лет. Яркий, сияющий и классный, прямо как ты. Раскрась свои ноготочки, как захочешь, фантазируй и твори. Так, зеленый лак 710-31. Сейчас еще его попробуем влажными салфетками. По идее, детский лак, он должен сниматься обычной водой. То есть руки помыл, все, лака нету. Обычно так. Но тут, походу, пошли дальше. Дальше и лучше пошли, чтобы он был хотя бы немножечко стойкий. И это прямо мега вау приятно. Да? Божечки-то мои, я совсем разучилась на весу красить ногти. Но это действительно тяжело на весу красить. Так. О, господи, наляпала везде и всюду. И лак такой прям красный-красный, вы представляете? Прямо краснущий лак. Очень яркий и прикольный. Ну вот смотрите, да, такие вот насыщенные цвета. А желтый он, конечно, просвечивает. Он не блестящий, как сейчас у меня на ногте. Он как раз-таки, видите, темнеет немножечко. То есть я нанесла такой яркий, и он полосил, да? То есть он полосил сильно-сильно.
Вот. И я подумала, ну, детям разве что такое понравится. Но когда он высох, все полоски куда-то делись, и он действительно перестал полосить. Очень интересно, при высыхании вот эти вот полосочки, они куда-то вот деваются. В общем, такие вот хорошенькие лаки, прикольные. Давайте я возьму обычные дезодорирующие салфетки, тоже от компании Faberlic, и мы с вами посмотрим, как оно ж смывается. Так, оно полностью высыхает, руками не стирается, да, то есть так этот, ой, смотрите, прям мгновенно высох, а этот еще не досох, да, второй слой, о, смотрите, как здорово, раз и нету. Угу. Салфетка, кстати, полусухая, и обратите внимание, на телефоне, да, крошки, то есть он так вот скатывается и снимается, то есть проблем нет никаких с лаком, как его снять, смыть и так далее, то есть прям супер. Давайте же пробовать дальше. Так, давайте этот теперь попробуем. Ну, как бы, да, влажными салфетками он смывается, но надо потереть, да? Видите, красота какая. То есть сырой водичкой он смывается. То есть так вот сейчас потрем с вами. И можно снимать пленочкой одним движением. Да, вот видите, сходит легко. Угу. Великолепно. Просто великолепно. Так, значит, у красненького идет артикул 71008. И у зеленого, он, кстати, с очень таким большим количеством блесток, 71031. А, ребят, так и у желтого много блесток. А я подумала, это вот, знаете, у меня ногти блестящие, и блестки просвечивают. Я ошиблась, да? Ну-ка, у этого, да, и у этого много блесток. Прям блестит-блестит. Вот еще решила так снять сводчи. И посмотрите, они действительно очень-очень... такие с блесками, все блестящие. А я-то думала, у меня ноготь блестящий. А на самом деле блестят они очень красиво. Следующий очень симпатичный гель для душа. Мне понравилась его упаковка и так далее. Пишет, что он нежно очищает кожу, не пересушивает, легко пенится, яркий и с легкой кислинкой аромат, заряжает энергией и чудесным настроением. Называется он «Морозные ягоды». Артикул у него 29,66, идет в объеме 250 мл. Ну что ж, давайте открывать. Угу, такая вот красота. Ну, слушайте. Запах просто бомбовый. Мне очень-очень нравится. Слушайте, ну очень приятный аромат. Прям супер. Следующий у нас с вами идет гель для душа. Это уже зимний микс. Давайте же смотреть его. Он у нас с вами точно с такой же аннотацией. Тоже легко пенится, нежно очищает кожу. Но идет уже со сладким фруктовым ароматиком. Вот такая вот у него тоже консистенция. Он такой жемчужный, приятненький. И этот аромат напоминает о теплых домашних посиделках у камина. Ну да, такой, знаете, апельсиновый вкус, такой приятный. Далее побежал такой вот шампунь. Шампунь-бальзам 2 в 1, 250 мл с артикулом 10086. Нам обещают, что он бережно очищает волосы и кожу головы, не пересушивая их, защищает пряди от морозов и ветра, сухого воздуха в помещениях и перепадов температур. Интенсивно ухаживает за волосами, предотвращая повреждения, возвращает прядям мягкость и здоровый блеск. Подходит для всех типов кожи. Ну что ж, открываем. Смотрим консистенцию. Написано просто зимняя защита, не указано никаких запахов. Сейчас с вами посмотрим. Ну да, действительно, это шампунь-бальзам. Довольно-таки густой, жемчужный. А запах, как у зимних ягод, очень приятный. А вот этот шампунь, он тоже называется шампунь-бальзам. Интенсивное питание, 250 мл, артикул 10087. Он делает все то же самое, что и предыдущий, но его функция возвращать прядям мягкость и гладкость и интенсивно питать волосы после долгих прогулок. Угу, понятно. То есть, кто любит ходить без шапок, понятно, что волосы портятся, вот он их будет интенсивно питать. Такая вот красота. Очень приятный такой уже лимонный аромат. Какой-то вот лимон-лимон. Ну что ж, мои дорогие, новинок огромное количество, поэтому я о них вам расскажу в следующем обзоре.